Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы отправляемся в очередное рок-путешествие. На этот раз мы едем в славный рок-город Смоленск. На одно очень знаменательное рок-мероприятие, которое называется «Первенство России по легкой атлетике среди юниоров». Вы, как обычно, спросите меня, коварно и лукаво, а при чем тут рок-музыка и «Первенство России по легкой атлетике среди юниоров»? А я вам отвечу. Потому что в этом первенстве России будет принимать участие один знаменитый рок-барабанщик. Барабанщик рок-группы Волощука СД Константин Волощук. Месяц назад он выиграл первенство Москвы среди юниоров по бегу с барьерами. Вошел в сборную Москвы, и теперь они отправились в Смоленск на первенство России. Вот поэтому это рок-мероприятие, что барабанщики рок-групп участвуют там. И будем надеяться, что они победят. Ну, что могу сказать про город Смоленск из того, что я знаю? Первое, он постарше Москвы будет. Первые упоминания, по-моему, были аж в 853 году о Смоленске. Второе. Это самое, может быть, даже для нас, для русских людей, самое главное. Это город-герой. Потому что он первым принял удар фашистской Германии в 41 году. И 2 месяца держал оборону, они не могли прорваться. Потом, когда уже фашисты захватили город, еще 2 года они держались и сопротивлялись здесь. Организовывали партизанские отряды и долбили фашистов. 260 жителей города и области удостоено звания Героя Советского Союза. Ну и, соответственно, сам город. В 85-м году, правда, только ему присвоили звание города-героя. Чем еще этот город знаменателен? Он расположен на путях в Россию, на путях в Москву. Его называют щитом Москвы, потому что здесь дороги и на Белоруссию, и на Прибалтику, и на Польшу, и на Европу. И, соответственно, оттуда к нам тоже. И поэтому все враги, включая Наполеона и включая Сигизмунда, когда они пытались и захватили Москву, поляки, они все шли через Смоленск. Смоляне били их тут, долго держали. Сигизмунда, по-моему, пару лет держали. Только потом они сломили сопротивление, но нарвались уже на Минина и Пожарского. И поэтому вот этот щит Москвы, о нем хорошо сказал Семен Фарада в фильме «Формула любви» Марка Захарова. Он сказал, что все пришельцы в Россию погибнут под Смоленском. Я бы только поправил и добавил. Все незваные пришельцы со злым умыслом, пришедшие в Россию, погибнут под Смоленском. Прекрасный город. Вот за это я его очень люблю. Население в городе, насколько я помню, чуть больше 300 тысяч. Где-то 325, по-моему, тысяч населения в городе Смоленск. То есть небольшой городишко. Ну, по меркам Москвы, там где 15 миллионов. Но на самом деле хороший, это добротный областной центр. К сожалению, я не знаю, какие там есть хорошие рок-группы, но сейчас приедем, мы все уточним. И если у нас получится за время прохождения рок-первенства России по легкой атлетике, мы обязательно посетим какое-нибудь рок-мероприятие и доложим вам. Но я по поводу рок-групп всех местных, я все узнаю однозначно. Наведу справки. Вот так. Так что вот так вот он тут, мы начинаем рок-путешествие. И я надеюсь, что я вспомню пару интересных историй дорожных. Потому что вы же знаете, что я в дороге рассказываю дорожные истории. В ресторане – ресторанные истории. Поэтому буду вспоминать. Ну и как обещал я вам, в дороге буду рассказывать дорожные истории. И вот одну такую я вспомнил. Дорожную. Я жил когда-то в Северном Бутово, а работал в центре, ездил в центр по дороге. И
Я никогда никого не подвозил. Ну, я же не таксист и не колымщик. Поэтому еду всегда спокойно. А тогда еще такси вот этого развитого не было. Всех Uber, Яндекс. Тогда невозможно было по телефону вызвать такси. И люди просто маяковали. И, ну, я никогда не останавливался. А Варшавское шоссе, оно же длинное, куча светофоров. И на одном светофоре я остановился, стою, жду, и вдруг дверь открывается, влетает в машину мужик. Садится нагло прямо возле меня. Я говорю, ты что, мужик, ты не попутал ничего? Он говорит, да не выручай, говорит. Я, говорит, не могу, никто не останавливается, опаздываю на работу. А мужик с будуна, такой перегарище у него. Ну, думаю, ну что, деваться некуда. Говорю, ладно, говорю, сиди. Куда тебе? И ему тоже центр. И мы поехали. Ну а что, дорога длинная, пробочная. Кто знает, а кто не знает, я скажу, что Варшавка — это самая длинная дорога. Там, по-моему, 34 светофора тогда было. Сейчас поменьше, сейчас там развязки сделали. И поэтому вот это тыр-тыр. Ну что, ну разговорились. Где там кто работает. И так вот мы вышли на то, что у нас общие такие предпочтения оказались в музыкальные. Рок-музыка. Мы выросли на рок-музыке, что он, что я. И поэтому пошел разговор. Вспоминать там и Led Zeppelin, и Beatles, и Элвиса Пресли, и Deep Purple, и Black Sabbath, и Queen. Ну, все подряд вспоминаем. И выяснилось, что у него любимая группа была Nazareth. Но это естественно, потому что Nazareth — это наша народная русская группа. Кто ж вас в России не любит Nazareth? Мы выросли все на нем, я в том числе. Обожаю Nazareth, особенно и вот эти его концерты «Шерсть собаки». И особенно я просто восхищаюсь песней «Телеграмма». Кто не слышал, просто рекомендую прослушать. Это высший пилотаж рок-музыки. Это рок-музыка воплоти, потрясающая вещь. И вот мы восхищаемся этим Nazareth, вспоминаем вещи, все эти рампанды, там все это. А я до этого был на одном концерте Nazareth в Олимпийском. И довожу я его до центра, высаживаю, он прощается, он достает деньги, дает мне деньги. Я говорю, да не, мужик, оставь эти деньги себе. Я говорю, я не таксист, мне это не нужно. У меня другие формы заработка. Обменялись с ним телефонами, ну так нормально, мужик пошел на работу. И проходит некоторое время, он мне звонит и говорит, слушай, ну я, говорит, в долгу все равно перед тобой, ты меня довез, я хочу тебя отблагодарить. Я, говорит, купил билеты тебе и твоей жене на концерт Nazareth уже в Лужниках. И мы таким образом с женой вместе с ним посетили этот концерт. Там как раз на разогреве была Бригада С, это, конечно, нонсенс, совершенно другая музыка, Бригада С и группа Nazareth. Вот такая вот история. И я еще потом побывал на Nazareth'е уже в Крокус Сити Холле, но это уже был молодой состав, там уже не было Дэна Маккаферти, пел молодой парень, играли гитаристы другие, по-моему, только басист был старого состава. Но все равно было интересно посмотреть. Звук, конечно, не тот уже, но все равно я отдал дань своей одной из любимых моих групп, детских, ну, юношеских, и посетил еще раз этот концерт в Крокус Сити Холле. Вот так вот. Маккаферти, говорят, голос потерял, сейчас восстанавливает. Но ему уже 70 лет. Хотя Полу Маккартни, по-моему, там уже 75. И ребятам из Rolling Stones то же самое, по 74, по 75. Киту Ричардсу. Надеемся, что Маккаферти восстановит голос и еще попоет нам приличные песни. Вот такая вот история дорожная. А вы говорите, что не бывает интересных историй в дороге. Так только такие и бывают. Ну вот, не прошло и полгода, как мы подъехали к Смоленску. Здесь была спасена Россия, там стоит плакат на входе. И так оно и есть. А проехали мы в 4 часа 30 минут. Дорога была комфортная, достаточно хорошая. Машина тоже вроде бы как неплохая. Поэтому как по бархатной дороге, на рельсах. Ехали спокойно, средняя скорость где-то 90 км в час была. 4 часа 30 минут. Ну вот, подъехали к нашему отелю. Называется «Усадьба». Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.
хочу.